6 декабря 2019 год. Харьков, вот она, новогодняя елка 2019-2020 в Харькове. Такая же, как в прошлом году. Елочка с гробиками. С одной существенной разницей. Теперь покойничку есть где открывать. Рядом строится какая-то церковь. По крайней мере, это похоже на церковь протестантскую на Среднем Западе, времен Дикого Запада. Или это и есть тот самый пресловутый домик Деда Мороза? Баснословный. Баснословных денег стоящий. Приятно, что дела у Деда Мороза финансовые идут в гору. В прошлые годы домик Деда Мороза был, конечно, малюсенький. Смотри, какая знатная постройка. Оперный театр, Яскра. Вот это да. Да, осталось-то у нас уже всего ничего. Это не про финансовое состояние, говорю, а про оставшееся время до нового 2020 года. Всего ничего. Шестое, получается, 24 дня. Ну, вот еще солнышко как раз. Понятно, что это никакие не гробики, а претензии на драгоценные камни, какие-то рубины, сапфиры. Но уж больно они похожи на... У кого что болит, в общем. А вот уже и каточек. Ковзан Карашен. Так, ну что, попробую сейчас поснимать еще Венеру, Юпитер и Сатурн. Как раз сейчас на закате будет. Сейчас попробуем ракурс найти. Ну ладно, про елочку, я думаю, закончили. 6 декабря 2019 год, Харьков. Да, ну с рук не уловишь, конечно. Надо ставить штатив. Сейчас пойду. Может, действительно. Сатурн поймаем. Когда такая еще погодка будет?